Общественная организация «Северный берег», страничка в Фейсбуке, ведет страничку молодой человек по имени, сейчас мы его найдем, куда же он потерялся. Дмитрий Эдуардович. Заходим к нему на страничку. Аналогичные фотографии. Вот этот молодой человек. Судя по всему, активист партии социалистов. Молодая гвардия города Бельцы на лекции. Лектор, депутат парламента от ПСРМ Владимир Односталко. Возвращаемся на страничку Северного берега. Автор страницы призывает бельчан выйти на акцию протеста в связи с тем, что в городе не прекращается травля и уничтожение бездомных собак работниками муниципального предприятия ДРСУ. Мы неоднократно обращали внимание действующую власть о сложившейся ситуации, и все усилия были напрасны. Приводится в качестве доказательств фотография. Обратите внимание, фотография, опубликованная на странице общественной организации «Северный берег». Точно такая же фотография на иркутском сайте. Статья «Травля собак на улицах Иркутска». Фотография опубликована в 2016 году. Еще одна фотография. Стоп-кадр с видео. О нем мы поговорим попозже, об этом видео. Есть и видео. Организация «Северный берег». Следующая фотография. Собаки живые, слава богу. Пожалуйста. Собака, которую якобы, как утверждает представитель организации «Северный берег», отравили в Бельце. Обратите внимание на люк канализационный в виде смайлика. Точно такой же люк, как выясняется, в Николаеве. Точно такая же собака. Фотография 2011 года. Ну и самое главное, на этом же, на страничке этой же организации опубликовано видео, жуткое, о том, что в Бельцах собак травят лекарствами от туберкулеза. Зоозащитники заявляют, что счет убитых дворняк идет на десятки. Вот это видео. Послушайте внимательно, о чем говорит женщина. Плохо слышно. Неважно. Я все выставлю в интернет. Я и для этого снимаю. Точно такое же видео мы находим на сайте социалистов Актуалитет.МД под новостью «В Кишиневе травят бездомных собак». Включаем его. Я все выставлю в интернет. Я и для этого снимаю. Новость датируется 2015 годом. 28.10.2015 года. Кстати, не исключено, что это не происходит не в Кишиневе, хотя здесь автор-социалист ссылается на фото и видео в Фейсбуке Ольги Черной. В пятницу представители организации «Северный берег» призывают бельчан выйти на акцию протеста против травли собак в городе. Выводы делайте сами. Наверное, речь идет о городах Иркутск, Кишинев и Николаев. Акция будет проходить в 11.00, хотя нет, она будет проходить в Бельцах у здания Примарии. Скажем нет уничтожению собак –